Нет, да, спасибо. На самом деле, очень много слов было сказано сегодня о профессиональных качествах мамы. Все не хочется сказать Тамара Николаевна, потому что все как-то туда обращаются, профессиональные качества Тамара Николаевна. На самом деле, у нее было очень много творческих удач, у нее было очень много всего того хорошего, что сделали в другом катании. На самом деле, уважаемые гости, наверное, мало кто знает, что Тамара Николаевна были и творческие, и педагогические неудачи. Но на самом деле, две эти неудачи стоят на этой сцене. Дело в том, что наш строй больших достижений в уровне, это было катание в период, которое завершалось обычно таким достаточно эффектным и красивым падением. Ну, значит, сестра оказалась чуть более талантливой, нежели я, и педагогическая Тамара Николаевна на ней все лучше отражается. Все это очень здорово, но главное для нас это то, что наша мама, они великий тренер, как они были сегодня сказаны, и что действительно на самом деле, а то, что она действительно наша мама, которая, несмотря на всю свою колоссальную занятость, на свою любовь, увлеченность на профессии, смогла многое наблюдать, дать ту теплоту, доброту, научила нас опять же многому чему? То, что мы организованы. А чему еще? Я думаю, что давай опустим остальные наследственные эпитеты. Как-то скромно получается. Ну да, наверное, скромно будет. Но на самом деле все качества, которые присущи нам, они нам дала и мама, и, конечно же, папа. Мы очень благодарны нашей семье. Я очень, очень.